Всем добрейшего утра пятницы. Кариночка ушла в школу, малышарики спят. Пулечка ест на кухне, собирается уже на работу. Сегодня последний день рабочей недели, последний день на этой неделе школы. 2 дня впереди активных выходных. И это не может не радовать, конечно же. Ну а я с утра записываю дела, которые мне нужно сделать за сегодняшний день. Потому что дел много, чтобы на выходные на эти дела не отвлекаться, а выходные просто проводить комфортно, классно с семьей. Что, открываем блокауты, впускаем в дом новый день, новый счастливый день. Все уже растаяло. Вчера такие реки были, но сегодня уже все подсохло, можно идти гулять. Вчера хотели пойти гулять, муж говорит, да нет, вы там утонете. В общем, на улице тишина, никого нету. Вот что значит небольшой городок, да? Особенно зимой. Тишина и покой. А мне хочется жить в каком-нибудь большом городе, в красивом ЖК, в таком стильном. Напишите, пожалуйста, в каком по размеру городе вам нравится и комфортнее жить. Ну вот почему-то, по моему духу, мне комфортнее жить в большом городе. Кипит жизнь, и когда кипит жизнь, и ты вдохновляешься на лучшее. Сейчас буду убирать постель. Кстати, классная вот эта вот штука, листочек. Здесь складываю свои шпильки, резинку, чтобы, если я психану, сделать гульку. Но мне сейчас нравится ходить с распущенными волосами. У меня есть утюжок, так что я теперь могу вытягивать волосы. Но у меня, как всегда, очень много глажки. Да я еще большую часть не сняла с лоджи. Сейчас это поглажу, чтобы хоть как-то не казалось, что очень много. В общем, поглажу. Я постирала вчера чехол. Один, второй. Надо это все тоже прогладить. И гладить. Сегодня приедет установщик кондиционера, будет измерять, сколько будет стоить установка вот сюда. Я уже многим показывала, да. Нам важно, чтобы поставили вот сюда, вывели через лоджию и вот туда, вот вниз спустили блок. Многие, кто к нам приезжает, они говорят, о, не, мы так не можем, это тяжело, а мы можем вам поставить, ну, внутри, да, вот сюда вот блок. Я говорю, да нахрена он там нужен, будет капать и будет шуметь, но и быстро испортится сам блок. Лучше вывести вот туда, и у нас же будет, получается, на лоджии стены от пола до конца, то есть плитка, камень мы купили, очень красиво будет смотреться, и полностью у нас вся лоджия будет каменная. Мы уже постелили плитку на пол, но надо еще швы заделать, сделать беленькие, но уже у нас на лоджии подвесной потолок. Скоро-скоро здесь будет очень красиво. Нам самое главное выровнять стены, потому что стены вообще, конечно, капец неровные по всей квартире. Даже не по всей квартире, а по всему дому. А еще у меня такая идея, хотела с вами посоветоваться. Блин, кто здесь пакет какой-то запхал, блин. По поводу вот этой вот комнаты. Смотрите, она получается такая, какая-то вообще бестолковая, честно говоря, но имеем, что имеем, да. Вот. У меня такая вот идея, например, распределить эту комнату как-то на зоны, разделить, да. И вот, например, вот берем половину стены, вот эту половину сделать из кирпича, вот эту половину сделать обои, вот так вот, да, вот до двери. А эту половину, раз на той половине кирпич сделать обои, а на этой половине, где обои, сделать кирпич. И как-то ее вот прикольненько обыграть, чтобы казалось, что она больше, с разными зонами и разного цвета, даже сделать мебель. Вот что-то у меня вот такое вот желание сделать. А вон две подружки вместе в школу идут, вместе со школы, вместе гуляют. Молодцы. У них такая дружба, они еще ходить не умели, а уже дружили. А из нашего окошка, ну, про всех видно. Они, у них разница в полгода, Машка старше Каринки. Маша очень хорошая девочка, прям такая добрая. Они не видят, что... А, все увидела. Наверное, домой идут рюкзаки ставить.
Мне, короче, мама сказала, то, что она придет в 5 часов. Она придет в 5 часов, мы можем пойти погулять. Не успела со школы прийти, но сегодня пятница, сегодня можно погулять побольше, уроков не надо делать на понедельник. А, хорошо, пока. Короче, у Каринки вот здесь вот пальтишко порвалось, а вот эта вот ткань, посмотрите, она такая тоненькая, я не знаю. Да, может, что-то можно придумать. Кариш, сейчас ты пойдешь гулять, у нас здесь как раз во дворе есть швейная мастерская, зайди к тете Ларисе, спроси, что можно сделать, ладно? Как у тебя дела в школе? Нормально. Че Маша сказала, через сколько пойдете? Когда она покушает, я переоденусь. Ну и ты сейчас покушаешь, что? Почему? А что ты ела? Я ничего. А ты, я тебе деньги давала, что купила? Булочку. Каринке отдала свои часы. Удобно тебе с часами? Мама, там ремешку папа написал мне нету. Только на заказ. Ну ничего, тогда на Валберес закажем или на Озоне. На Озоне надо посмотреть сегодня. Слушай, Кариш, ну тебе удобно сейчас с часами? Но если нет, то что может папа сделать? Ну, купим на Озоне, там быстро приходите, Настя говорит. Смотри, очень удобно, у тебя же телефон на беззвучном, а здесь тебе приходит вызов. Папа мне обещал Apple Watch новые купить. Ну, я тебе потом выходила, когда мне новые часы подарят. Так а зачем ты сюда можешь себе новый ремешок купить? Это ж такие же она тебе купит просто с новым ремешком. Не, она не другие вообще купит. Какие? Там есть кнопка SOS, родителям сразу же. А еще что-то есть, не помню. Как в школе у тебя дела? Хорошо. Не надо лицо трогать грязными ручками. Давай вперед, ручки мыть. У меня ручки всегда чистые. Нет, Карин, ты пришла с улицы, ты трогала входную дверь. Давай, бегом. Карина с Кирюхой пошли гулять, он катается на качельках. Погода плюс 11. Сегодня хоть не так сильно болит голова. Так обычно такие резкие перепады, очень сильно болит голова. Сейчас я тоже быстренько доубираюсь. Пойдем с Камилочкой, наверное, заберем заказ в Фаберлик. Он пришел. Камилка, пойдем за заказом. Ками. Ками, такая ты красивая. Давай причесываться. Давай причесываться, зайка. Бегу за справкой Кирюхи через двор. А здесь, смотрю, две спортсменки. Маша, что стоишь? Давай тренируйся. Карин, ты насчет фото пальто узнавала? Нет. А что надо было узнать? Память твоя дырявая. Да, идите, сходите, узнайте, вот зашить вот это вот или что-то сделать. Можно или нет? Сапку поправь. Как мне Кирилл сюда ударил ногой, когда лег на пол? А что он на пол лег, кстати, потому у него куртка? Потому что он обиделся. Потому что он по врачам не закрыт, а потом он ходил. Сапку поправь. Карин, а я иду в поликлинику быстренько. Пусть Эльмаска с Селимухой меня подождут, ладно? Мам, они не могут тебя ждать. Ну пусть подождут, я приду. Минут 15-20. Мам, подожди, я курсе скажу. Здравствуйте, Наталья Ильина. Как дела у вас? Да ничего, нормально. Мы завтра к скольку. Сейчас время 5 часов и уже не так темно. Уже потихонечку дни становятся длиннее. И это так радует. И в воздухе в уличке открывала машину. Вот до чего техника, да, дошла. В общем, и на улице пахнет весной, это круто. Только что муж привез заказ компании Фаберлик. Быстренько вам покажу, что же у меня здесь в заказе. Соседка моя заказала вот такие вот влажные салфетки для удаления пятен. Очень крутые салфетки. А когда мы ездим куда-нибудь в путешествие с малышами, я обязательно их с собой беру, потому что они всегда куда-нибудь да влезут. Да я и сама такая. Еще тот хрюндель. А также эта же соседка взяла вот такой вот спрей-пятновыводитель. Их у меня два в заказе. Ну, средства для мытья посуды в Фаберлик. Это, по-моему, вообще крутая вещь. У меня со вкусом лимонная мята. Мне очень нравится. И у меня берут тоже хорошо их. Освежитель воздуха, это акваспрей. Он настолько классный, с ароматом утренней свежести, по-моему, новиночка какая-то. Это я взяла себе, ну-ка можно, кстати, себе и открутить, понюхать. Мне очень нравится. Как вкусно свежестью пахнет.
Я постоянно беру освежители воздуха, их хватает надолго. Я их использую не только по назначению, но еще плюс в комнатах распыляю. Ну, в комнате по назначению, да, только в туалете. Нет, я везде их использую. Шариковые дезодоранты тоже кто-то у мамы, по-моему, из клиентов заказал. Такие вот три штуки. Но я такие шариковые себе не беру. Мамина соседка заказала себе пенку из коллаборации с корейским брендом ICU, пенка для умывания. И а вот еще у меня один шариковый дезодорант Aloe Vera. И заказала малышам вот такие вот батончики. Это кокосовые батончики с манго. Дети сказали, что им с манго больше понравилось. Буду им брать здесь 4 штуки. Очень, кстати, вкусные. Ну и давайте теперь покажу, что же я заказала для себя. А заказала я вот такую сковороду. Вот. В таком вот приходит пакетике. Классно. И вот так вот выглядит сковорода. 28 сантиметров. Цвет терракотовый. И как бы отзывы блогеров на сковородки новые, кастрюли. Очень-очень положительные. Говорят, что классное качество. Прорезиненная такая вот ручка, но она не съемная. Шершавая. Так, цвет терракота я сказала. Покрытие греблон. Трехслойное покрытие. По-моему, в других цветах двухслойное. Я не знаю, если кто-то покупал, то расскажите ваши впечатления. Не воняет. Вообще классная сковорода. Сегодня уже прям ее затестить нужно. А если вы покупали сковородки, кастрюли или сотейник, напишите свои отзывы. Я заказала для пробы пока вот такую вот сковородку. И уже заказала тоже в таком же цвете, только меньшего диаметра. Но еще посматриваю на достаток, да, там получается еще сотейник остается и кастрюльки. Думаю, брать или не стоит. В общем, попробуем, потом вам расскажу, как делят. У меня сегодня задача помыть вот этот весь комод, протереть внутренности, перебрать вещи, которые уже на Кирилла маленькие. И сегодня приедет Селимуха, передать Селимусе. Зачем захламляться? Терпеть не могу захламляться, поэтому сейчас буду все перебирать, перетирать. Так, теперь смертельный номер. Отодвинуть этот комод, помыть под комодом. И вот у нас там за комодом есть короба, в которых спрятаны трубы. Это все тоже надо будет промыть. Ну и, конечно же, продезинфицировать. Короче, у нас здесь на коробах за комодом хранится такая вот летняя палатка. Ну и, конечно, солнцезащитный пляжный зонтик. Так очень аккуратненько и ничего не видно. Открываем окно, чтобы здесь все проветрилось. Ну и, конечно, пока комод задвигать не буду, чтобы здесь все высохла, и только потом я задвину. Все, иду я дальше мыть. У нас за комодом еще палатки детские хранятся. Кстати, очень удобно, когда не знаешь такие вещи, куда спрятать. Вот за комодом, за столом. Очень удобно, не видно. И хранится все это дело хорошо. Девочки, я не леплю ни пельмени, ни вареники, ничего из этого, но я заказываю очень хорошего человека, который на дому это все делает, качественно, у него идеальная чистота. Я вот заказала вареники с творогом на завтраке. Также у меня подружка очень похвалила вареники, грибы с картошкой, тоже килограмм, пельмени с курицей. Многим мне пишут, а почему вы детям редко готовить с говядиной, но потому что они у меня не едят красное мясо. И вот здесь вот еще килограмм вареников с картошкой. За все отдали 580 рублей. Я думаю, что это очень выгодно с учетом того, что качественные продукты и очень все вкусно. Мне очень нравится, уже беру у нее несколько лет подряд. Ну рассказывай, как твои дела? Как твои дела, красивая девочка? Так она сегодня волосы не дает собрать. После обеда ей стало очень-очень плохо. Mm-hmm.
Я уже ей дала лекарства, ибупрофен. Уже прошло больше часа, но пока ничего у нас не поменялось. У меня сама, честно говоря, что-то голова заболела, загрузила. Прям виски, блядь, сильно. Резко, прям целый день у нее нормально было. А вот потом к вечеру что-то начала. И у Камилы очень резко переменчивое состояние, настроение. Вот она может улыбаться, даже хохотать и тут же плакать. Сейчас приедет кондиционерщик. Он должен был приехать к 5. А Лёша его ждал, но, естественно, не дождался, уже уехал с другом прогуляться. А он говорит, я задерживаюсь на работе, ну что сделаешь, как бы всякое бывает, да, все мы люди живые. Поэтому он подъедет сейчас, ну, как-то буду ему объяснять, блин, на пальцах. Ну, такие вещи, конечно, лучше, когда мужчина объясняет. Но уже ничего не сделаешь. Сейчас он подъедет, уже посчитает, скажет, сможет он, так не сможет. Ну, дай Аллах, чтобы он смог, и на следующей неделе уже установили кондиционеры, чтобы там уже работа закипела побыстрее. Я здесь играла в кулинара, девочки, но мои кулинарные таланты заканчиваются вот на таких простых вкусняшках. Сделала вкусный торт вафельный, как из детства, но единственное, всегда его делала не с вареной сгущенкой, а сейчас сделала с вареной сгущенкой. Чуть-чуть пропитаться и потом наверх хочу сделать заварной крем и какими-нибудь ягодками это все украсить. Мне кажется, будет очень-очень вкусно. Мама приносила эти коржики. Единственное, я притупила. Наверное, надо было это со сливочным маслом, да, растопленным смешать сгущенку. Короче, здесь вот везде грязно. Сейчас буду убираться. Это пока положу в холодильник, чтобы пропитался тортик. Ты что, медитировала, Ками? Рассказывай, Зайка, как твои дела? Камилочка. Ну, такая ты серьезная. Ты такая интересная. Кем-то разговаривает. Попрыгушка. Ну вот как ей поправиться? Нас так много кушает. Ну и такая худенькая. Сегодня она кушала очень много. Просто очень много. У нас происходит как? Утром она просыпается, я иду ее кормить. То есть мы ничего не делаем, мы сразу идем кушать. Я ее покормила. Потом там кое-какие дела сделала и пошла сама с Кирюхой завтракать. Но примерно прошло полчаса, не больше. Она пришла с нами еще раз кушать. А вот потом, ну где-то тоже я там кое-какие дела сделала, пошла пить кофе. Она пришла и что-нибудь снова требовала, но я ее кормила фруктами уже.
Потом обед, потом еще перекусов несколько, ну, штук 5, наверное, точно было у нее таких. Причем перекусов таких плотных. Вот, потом ужин 2 раза. Ну и еще 2 раза вот вечером она поела фрукты. Смотрите, она каждый раз ходит в туалет. Ну и, конечно же, она попрыгунья, стрекоза, постоянно прыгает, постоянно в движении, не полнеет. Но у нее телосложение, как у моей мамы, как у Рометля Апчешки моей. Вот у нее такое телосложение. Думаю, Жойка. Девочки, спасибо вам огромное за то, что вы хотите помочь Камилочке. Спасибо вам огромное за внимание. Отвечу на такой вот часто задаваемый вопрос. Да, зайдите на тот канал, посмотрите, посоветуйте с той мамой, посоветуйте с этой мамой. Девочки, спасибо вам еще раз огромное. Но я, наверное, как и вы все, да, какие-то люди мне более приятные, какие-то, ну, неинтересные, неприятные. Это не означает, что там те люди плохие. Нет, мы просто ищем людей, которые нам близки по духу. Я считаю, что это нормально. Вот на YouTube, если вот смотреть, да, с особенных каналов, мне очень нравится Люда. Вот у нее сын Ярик, она мне очень близка по духу. И если мне нужны какие-то советы, я всегда к ней обращаюсь. Она мне четко, ясно все рассказывает. Вот, мне очень нравится и близка, опять-таки, по духу. Да, Нюточка моя любимая из Питера. Тот человек, которому я тоже могу доверить. Мы с ней вообще очень часто переписываемся, созваниваемся. Люда у нас более занятая, но все равно всегда, когда нам надо, она отвечает. А Маша, человек, которого я знаю уже очень много лет, которому я могу доверять. И также у нас есть группа наша общая в WhatsApp, где тоже, слава богу, что мамочки начинают вести свои каналы. И вот там тоже, ну, какие-то советы, если да, спросить, то там всегда мне отвечают. По поводу YouTube я вам хочу сказать одно, но лично мое мнение, да, я имею право на мое мнение, как и любой из нас. А вот, знаете, я состою в очень многих группах, да, где идет там конфликты между блогерами. И я не знаю, у меня какое-то такое подсознание, наверное, я уже взрослею, и у меня уже больше жизненного какого-то опыта. И вот мой жизненный опыт где-то говорит мне о том, что не нужно большому количеству, как у молодости, людей доверять, потому что очень многие моменты с реабилитацией, с лечением, с диагнозом, они интимные, скажем так. И не дай бог, потом кто-нибудь где-то психанет, да, и начнет выносить это все наружу. Не знаю, это мое личное мнение. А вот, и это первое. Второе, как я уже говорила, но, естественно, не все нам близки по духу, не все нам интересны, не все нам одинаково полезны. Поэтому, ребятки, я выбираю людей, которые действительно вот мне близко общение. Из не особенных каналов у меня здесь еще ограниченней мое предпочтение. Это моя любимая Натусечка из Анапы. Я этого человека очень люблю, очень уважаю. Это человек, на которого можно положиться, человек, который протянет руку в тяжелый период жизни. А вот, и все. Вот, из зрителей. А вот люди, которые состоят в группе, с которыми мы общаемся. И у меня есть такой вот зритель, очень хороший, это Людмила. Она уже не просто зритель. Вот для меня она уже просто друг. Да, человек, которому я всегда могу позвонить, написать, пообщаться, попросить. И она никогда мне не отказывает. Это человек с большой душой. Я вообще благодарна YouTube. Да, на YouTube очень много негатива, но на YouTube очень много и позитива, ребят. Намного его больше, чем негатива. Поэтому я очень благодарна Людмиле, которая мне уже много лет
очень во многом помогает. Дай Аллах вам здоровья. Просто это настолько простой, настолько мне близкий по духу человек. Вот, мне очень нравится, у меня есть зрительница Анастасия Нарсия. Вот, мне бы очень хотелось с этим человеком встретиться вживую. Вот я прям чувствую, когда она пишет. Вроде я вот с Людмилой, ладно, мы там созваниваемся, общаемся, на голоса друг друга слышим, да, там, ну, по видеочату перезваниваемся. А Анастасия, мы просто переписываемся в комментариях. Но даже в том, что она пишет в тех комментариях, она мне безумно близка по духу. А, вот безумно просто, когда человек... И она тоже со мной уже очень давно, когда она просто пишет, она справедливая. Вот мне такие очень нравятся. И сейчас очень много зрителей, которые прямо близки очень по духу. У меня появилась новая моя зрительница из Краснодара, с которой мы в Инстаграме переписываемся, Полина. Очень приятная такая девушка. Вот прям тоже вот близка по духу, простая, общительная. Вот. И много-много других вот зрителей, с которыми мы общаемся. Поэтому, ребят, спасибо вот за это все. Ну, а по поводу особенных каналов, вот у меня почему-то вот такая вот тактика. Первое – это всякое может быть. Второе – это не близки по духу. А для меня, вы знаете, вот, наверное, старею, вреднее, да. Для меня вот сейчас важно не количество, а качество. Я хочу вот, чтобы вокруг меня были люди близкие мне по духу. Ну и немаловажный третий фактор – у каждого у нас свой путь. Ребят, это немаловажно. Такие диагнозы, как у Камилы, они очень и очень сильно специфические и, естественно, разнореабилитационные. Вот у них все разно, у них ничего нет одинакового. Поэтому и у родителей тоже разные цели, да, у кого-то там научить высшей математике, ну да, Аллах, если ребенок поддается этому всему, это вообще круто. Но если вот состояние такое, как у Камилы, да, может, я жестокая, может, я жесткая, может, я ненормальная, да, но моя цель в первую очередь ее социализировать. То есть для меня вот это вот математика, там, писанина, вот это все, вот в принципе, это все фигня. Для меня вот главное ее социализация. Ну вот, например, даже вот как я вам рассказывала недавно в видео, да, как я научила ее вот поступать с верхней одеждой, когда она моет нижнюю часть. Мы ее научили, да, вот, скажем так, таким непростым способом, но, тем не менее, вот такие вот ее бытовые навыки очень важны. Для меня сейчас задача номер number one – это научить ее кушать с приборов, как у нее это уже было. Потому что она до 3 лет ела это все сама с приборов. Вот, то есть, сейчас, знаете, там советы, карточки такие, карточки сякие. Это все неплохо, я не спорю. Но вот на данный момент Каме... Телефон трясется. На данный момент для меня важнее это ее хотя бы минимальная социализация. А когда будет успокоение, минимальная социализация, то все и потихонечку пойдет по накатанной. Мне очень еще нравится человек, вот она действительно специалист, человек вообще с большой буквы, это Надюшка моя любимая. Она прям очень добрый, хороший, позитивный человек. Когда я с ней разговариваю, я прям не хочу материться. Она меня прям на путь истины наставляет. И мне хочется прям вот жить полноценной, красивой жизнью. Вот еще, кстати, по поводу Камилы, да. А вообще вот жизни с ребенком с диагнозом атипичный аутизм, да, и эпилепсия. А вот я хочу научиться жить полноценно. А, знаете, очень многие мамы: ой, я не могу пойти на маникюр, у меня ребенок инвалид. Ой, я не могу пойти в кафе, у меня ребенок инвалид. Я не могу никуда поехать, опять-таки, проблема в том, что ребенок инвалид. Я хочу вот эти все стереотипы стереть, то есть у меня канал не обучающий, как там заниматься, да, и ни в коем случае не о вот этом вот сектантском питании, это уже просто действительно тут переходит в секту в какую-то. Я не против правильного питания, но я против вот навязчивых вот этих бестолковых диет, которые ты просто так на них садишься. Дело
в другом, если, например, когда ты сдаешь анализы, как я уже много раз говорила, и тебе, например, противопоказаны какие-то продукты, и их исключают из рациона. Это одно дело. А второе дело просто как по накатанной, как все, как многие, да, садиться. Вот я, например, против. Я хочу научиться жить, путешествовать, чтобы этот ребенок не был препятствием вообще к жизни, и чтобы она тоже много чего видела. Ведь она тоже понимает много чего, да, например, там, когда мы ездим в Ялту, там, ну, еще куда-то. Все равно она много чего понимает, видит новое. Для нее открывается тоже другой новый мир. Да, тяжело, я не спорю, тоже Ялту, Симферополь съездить с ней очень тяжело. Но все преодолимо, если есть на это желание. Ей безумно нравится вот этот вот стул ортопедический. Она прям с раннего утра прибегает, залазит на него и сидит.